В феврале подозреваемый ночью, благодаря открытой двери, свободно проник в квартиру по улице Чехова и похитил имущество на сумму более 130 тысяч рублей. Второе преступление молодой человек совершил в доме по улице Клубничной. Ночью мужчина обошел все квартиры в доме, периодически дергая за ручки входных дверей. Одна из квартир оказалась открытой. В прихожей подозреваемый похитил кожаные женские и мужские сумки и кошельки на общую сумму более 110 тысяч рублей. Аналогичным способом молодой человек проник в квартиру по улице Гончарова. Добычей злоумышленника стали ноутбук, женские сумочки с деньгами и документами. Потерпевшая оценила ущерб в сумму около 50 тысяч рублей. В марте молодой человек также проник в жилой гараж по улице Пирогова, откуда вынес ювелирные украшения, фотоаппарат и деньги. Уголовное дело в настоящий момент направлено в Центральный районный суд. Обвиняемому грозит большой тюремный срок.